Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Алихан не хочет верить, что Зейнеп вместе с Дюратом, он ищет способ, как вернуть ее обратно. Йылдыз и Эндер начали сотрудничать, они делают первые шаги, чтобы разлучить Кемаля из их рук. Сначала Йылдыз не соглашалась на план Эндер, но она уговорит ее словами, что им нужна жертва, ведь не всегда возможно оставить и обед целыми, и волков сытыми. Однако Кемаль вскоре замечает, что подстраивают для него ловушку. Йылдыз дорого заплатит за то, что доверялась ненадежному человеку. Алихан скупает акции компании, а Халид стоит в сторонке и не мешает ему, так как у него свои планы на этот счет. А посмотреть 32-ю серию турецкого сериала «Запретный плод» вы сможете уже 11 февраля. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!